На завтрак у нас сегодня кюкю, яичница с зеленью. Один из любимейших национальных завтраков в Азербайджане. Всем доброго, чудесного утра! Смотрите вы наш канал «Солнечный край». Приехали мы на море Бузовны, на пляж Идея. С утра полно лежанок, грибков свободных. Но мы спросили, лежанку можно взять бесплатно? Да, говорит, пожалуйста, берите. Но если берете лежанку, вы можете только лежать, вот, видите, под грибком. Только так разрешено пользоваться лежанкой. А нам далеко до моря идти. Поэтому мы всего на 1,5 часа приезжаем. Я вам рассказывала, пока Аля занимается рисованием. Поэтому сейчас возьмем... есть подстилка, постелим, разместимся и будем отдыхать. Вода такая теплая, наконец-то. В прошлый раз я вам снимала, купались мы в ханах, но вода была уже достаточно холодная, или подводные течения какие-то шли. 24 было градуса, 23, но вот точно так я еще пересидела в море и стала кашлять. Бронхит у меня, кашляю, но все равно душа моя не выдержала. Почувствовала, чувствую, что море теплое-теплое здесь. И залезла в воду. Правда, людей не очень много, видите? Как-то я вижу, уже на море не столько людей, сколько было в июле. Но все равно купаться хочется. Последние, как говорится, деньки уходящего лета. Сейчас море вам тоже поснимаю поближе. Сегодня в море травы много. Видите, трава. Дует северный ветер, поэтому траву прибило сюда. А так вода чистая. Чуть-чуть трава. Дальше уже проходишь, чище. Теплая-теплая вода. Как я почувствовала, что вода теплая, так обрадовалась. Говорю, ну все, меня через воды не вытащишь. Хотя всю ночь кашляла. А вот там, видите, дальше, где Белый дом, там скалы. Там мы ездили и ловили рыбку. Это было в мае, конце апреля. Папа с братом рыбку ловили. Сейчас они все соберутся. Смотри, и ворона идет, и все. Видишь? Я их все, не гоняй, Мин. Пусть кушают, и Мин, отойди, они боятся тебя. Я им дала сырник. Бедные, голодные. А вон ворона бежит. Смотри, она тоже хочет. Ну, смотри, бежит. Видишь? Так интересно за ними наблюдать. Приятно.
Дадим еще немножко им, да? Ну ладно, давай еще дадим один сырник. Так. Ворону, ворону, ворону. Всех накормили от души. Так приятно, честно говоря. Прелесть. Алечка тоже пришла с рисования. Вот, кушает. Я взяла из дома бутербродики. Чай взяла, термос с чаем. Мишка пошел руки мыть, купается. Потихоньку люди приезжают. Вот там приехали, поставили палатку. Потихоньку людей становится больше. Ехали домой. Мама нам приготовила долму из виноградных листьев. Решила еще раз повторить. Вот у нас готых. Такая вот вкуснятина. Алечка вот сегодня нарисовала такой вот веселый, хороший рисунок. Кит. Да? Красота.